что прекрасный поворот Симферопольского шоссе. В общем, метелица. Кстати, был раньше такой крутой клуб. Говорили, самый крутой. Так, вот здесь что ли? Подожди. Вот здесь. Мы так и проехали с песнями. В общем, как-то дорожка более скользкая стала, как отъехал от Москвы. В общем, здесь уже многократно я уже говорил, здесь в районе моей исследовательской станции уже влияние Москвы исчезает. И, в общем, хорошо. Идея — большое северное путешествие. Я, конечно, как говорится, понимаете, я вот считаю, что если человек о чем-то думает, то он уже молодец. Это уже успех, если он о чем-то мечтает. То есть, конечно, думать и не осуществить — это, конечно, не по-пацански. Это нужно, конечно, обязательно. Вообще, то, что делаешь, нужно обязательно доводить до конца. Это я вот при всем своем, как говорится, гедонистическом складе, при всем своем телемском складе, телемской обители, еще раз напоминаю, Франсуа Рабле, устав, делай, что хочешь, таков закон. Но не доводить что-то дело до конца, ну, допустим, выучиться на права и не пойти сдавать экзамен, допустим. Но достаточно примеров я знаю среди моих знакомых. Вот это меня абсолютно раздражает, честное слово. Но что касается мечты, то я вас уверяю, бывают такие состояния, и вы, наверное, сами знаете, когда ты уже и мечтать-то не можешь. То есть если по разным причинам. По причинам тому, что тебе промыли мозги те или иные доблестные члены общества. Или потому что просто депрессия, плохое самочувствие, там, кризис. Всякое может быть. Вот, кстати сказать. Видели номер? Так. Короче. Стоп. У него тут главный, он мне ни за что уступать не будет. Кстати, фуры, они запросто хвостом могут задеть невинно стоящую машину. Так, ну чё? Перекрёсток трудный. Вот сейчас вот тот, кто... Вот он для меня помеха справа, ну и пошёл в жопу. Так, а вот здесь вот я не знаю, должен ли он мне уступать или я ему, но... Да, морозец. Потрескивает. Ладно, двигаемся. Надо мечтать.